А вот эту песню следующую вы точно не слышали, ну, скорее всего. Эту песню, эти стихи написала Обнинская поэтесса, которая тоже была в литературном объединении «Шестое чувство». Я, к сожалению, не знаю, жива ли она сейчас. Это очень светлый человек. И зовут ее Маргарита Исакян. Когда-то она готовила свой творческий вечер, юбилейный. Она выпустила книгу стихов и попросила меня поучаствовать в этом концерте. Она сказала: «Юль, ну, много стихов, это слишком сложно, слишком трудно слушать. Приходи, разбавь, что-нибудь спой». Я говорю: «Ну, как-то странно, мои стихи, ну, далеко от ее хороших, классных стихов». Вот. Я говорю: «Давайте попробуем на ваши стихи что-нибудь сделать». И она мне дала книжку, я выбрала вот это стихотворение. А, нет, она мне сказала, что я хочу вот это, несколько стихов она мне дала. И вот эта песня, вот эти стихи откликнулись. И когда я стала работать над этим, я поняла, что тут должны быть тут колеса, здесь должен быть поезд, здесь, ну, как-то вот такое движение какое-то должно быть. И вдруг я поняла, что нет какой-то точки логической, нету завершенности. Я ей позвонила, говорю: «Маргарита, так и так, что-то не складывается у меня». Она говорит: «Ну, я что-то ничего не могу придумать». Я говорю: «А вы не против, если я придумаю?» Вот. Ну, она была не против, конечно, и получилась вот такая песня. Ну, она меня несколько раз потом просила ее еще спеть, но я ее вот в «Оазисе», по-моему, я ее не пела. На минутной стоянке отчаянно прыгнула в ночь. На чужой полустанок, безлунный, безлюдный, бездушный. Я же встречного жду, чтоб вернуться в свой замок воздушный. На трепещущих крыльях душа над землей вознеслась. Синей птицей вспорив, полетела глупышка на поиск соловьиных ночей, когда звезды кружились под вальс. И меня ты встречал, ожидая в волнении поезд. На платформе с названием каким-то беззвучно бездушным. Мне бы только успеть, мне бы успеть возвратиться к утру, чтоб в рассветных лучах не растаял мой замок воздушный.